совесть, это же все. Оно же не огромное количество музыкантов. Извините меня, в Китае 20 миллионов только одних пианистов. Ничего так. 20 миллионов. А у нас и так безумно сократилось количество музыкальных школ. И у нас есть программа, которая направлена как раз на то, чтобы поддержать существование музыкальных школ и их развитие. Потому что не только таланты должны заниматься музыкой. Те-то занимаются это как профессией. Но основная масса детей должна, на мой взгляд, заниматься музыкой для их общего культурного развития, правильного состояния. Если он изучает в школе литературу и поэзию, это же не значит, что он станет поэтом или писателем. Нет, конечно, также и музыка, но она невероятно влияет на развитие мозга, интеллекта, эмоциональной сферы. Ребенок, окончивший музыкальную школу, по-другому мыслит. Он всегда будет идти впереди в творческом отношении по сравнению со своими коллегами. И он может заниматься и бизнесом, и политикой, чем угодно. Но это дело или вокал будет всегда его, так сказать, партнером по жизни. Поэтому, имея сейчас уже в районе 5000, а в начале перестройки было 7500 музыкальных школ и школ искусств, я уверен, что их не только не надо сокращать, их надо, число надо увеличивать, чтобы эти дети, которые растут вдалеке от культурных центров, чтобы они развивались именно вот так эмоционально и культурно, более интенсивно, чем дает просто общеобразовательная школа. А чем вам этот данный аукцион?